Сегодня же Михаил Игнатьев встретился с генеральным директором группы «Оргсинтез», председателем Совета директоров «Химпрома» Ярославом Кузнецовым. На предприятии идет серьезная модернизация производства. Собственники вкладывают солидные инвестиции. Все это, отметил Михаил Игнатьев, способствует повышению производительности труда и, как следствие, увеличению заработной платы. Напомним, весной на предприятии состоялся запуск нового цеха. Ярослав Кузнецов рассказал о планах по освоению производства перекиси водорода. Проект имеет статус импортозамещающего. Сейчас идут переговоры с банками по вопросам финансирования. Среди особо важных задач – реновация, обновление производственных фондов. Привести цеха в порядок планируют за 3 года. На это предусмотрено 2,5 миллиарда рублей.